Сегодня, чтобы скрасить долгие скучные вечера, Асламбек берет свою старую добрую свирель, сделанную своими руками, и играет любимые мелодии. Так он с музыкой встречает глубокую старость и ни о чем не жалеет. Радио хантай цахту, он сама зарфир расцвет, он жаролок тихаться. Радио рамбальонца, вот харти мана далагатти хурфи, фонш хатта махи, он не везар субавлоны.